Геннадий Михайлович Трекалов, дважды Герой Советского Союза, летчик-испытатель, космонавт, считал Симеон своей малой родиной. Его родители, его бабушка и дедушка, родом из села Симеон. И несмотря на то, что он родился в Мытищах, в Подмосковье, Геннадий Михайлович всегда возвращался в Симеон. Более того, будучи уже космонавтом, он купил себе здесь дом и по возможности, как только выдавалась свободная минута, обязательно приезжал в наше село. В жизни Геннадия Михайловича было 6 стартов в космос, но полетов было 5. В сентябре 1983 года на старте случилась авария. Взорвался ракетоноситель. И только за 4 минуты до взрыва произошла аварийная катапультация. Посадка была очень жесткой. Соответственно, парашюты не успели раскрыться. И несмотря на все это, после этого случая было еще 4 старта. Последний старт был в 1995 году. Это был советско-американский экипаж. На тот момент Геннадию Михайловичу было уже, соответственно, 55 лет. Несмотря на возраст, несмотря на то, что перед стартом у него дико болела спина, он полетел. Отказаться он просто не мог, потому что в космосе была вся его жизнь. Он очень много делал и для Симеона, и для своих земляков, и для всех, кто к нему обращался. Его главной отличительной чертой была исключительная доброта. И это отмечают все. Несмотря на то, что он дважды Герой Советского Союза, несмотря на то, что, ну да, можно так сказать, что он видел звезды, он летал к ним много раз. Он единственный человек, у которого 6 выходов в космос, в открытый, в котором он провел более 20 часов. Но несмотря на это, он не зазнался, нет. Он был обычным, добродушным, отзывчивым и всегда помогал тем, кто к нему обращался. Но есть в биографии Геннадия Михайловича еще одна отличительная особенность. Дело все в том, что бабушка и дедушка, которые были из села Симеон, имели своих сестер и братьев. И когда началась Великая Отечественная война, они ушли на фронт. На памятнике павшим, который стоит в селе Симеон, более 10 погибших Стрекаловых. Родственники Стрекаловых, Нотаревы, Гусевы, тоже на памятнике, тоже погибли. Больше того, родной племянник его бабушки, бабушки Стрекалова, это Герой Советского Союза Гусев Иван Петрович. Погиб в 45-м в Польше. Танкист, Герой Советского Союза. Но и это еще не все. Зубкова Антонина Леонтьевна, Герой Советского Союза, штурман 125-й эскадрильи бомбардировщиков, являлась родной племянницей бабушки Стрекалова Геннадия Михайловича. То есть можно сказать, что наше село уникально. Из нашего села 3 героя Советского Союза. Причем они все родственники.